Ребята, у Мобилки Фонд сейчас проходит конкурс с призовым фондом в 30 тысяч рублей. Условия достаточно просты. Вступить в группу ВКонтакте, сделать репост данной записи, зарегистрироваться на сайте и подписаться на YouTube канал. Сайт, вот он, заходите, регистрируйте, YouTube канал тоже как бы вот он. Все ссылочки на этот конкурс будут в описании, также все ссылки на сайт, YouTube канал и также группу будут тоже в описании. Ребята, заходите, участвуйте, потому что призы, как видите, просто обалденные. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, я записываю опять же видосик. Я не знаю, что происходит сегодняшним днем, но сегодня день каких-то багов, лагов. Короче, здесь есть игрок, ник у него Соля не нормал. Короче, такой вот ник. И вы, наверное, уже заметили, что у этого игрока есть краска за сборную Германию. Ну, как известно, краски у него этой оказаться, ну, никак не должно. Ее должны были у него забрать, но смотрите. Вот, соответственно, он у нас свободненько в ней катается. Ребята, это не подмена текстуры, это ничего. Вот, никнейм, я так думаю, его тоже надо будет скопировать. И если в чё, я даже оставлю его никнейм под данным видосиком, либо сами можете скопировать с видосика, вот, набрать в поисковике, и вы увидите его профиль и, соответственно, эту краску. Вот, я много, ребята, видел таких людей, но немного, но мне рассказывали, что у многих людей, то есть эта краска осталась, то есть случился такой некий баг, лаг, я не знаю почему. До сих пор эту краску у них не отобрали, но, тем не менее, они как бы в ней катаются. Вот, это, конечно, очень неизвестно, и мне, знаете, что еще прикольно? Мне вот прикольно сейчас, я, кстати, до этого не думал об этом, но сейчас я хочу найти этого игрока и проверить у него... Не-не-не-не, у него стоит модуль Ягуар, потому что, знаете, что я, ребят, хотел проверить? Раньше же, когда эта краска продавалась, это существовал на ней резист 10% абсолютно от всего. И мне было бы интересно, прикиньте, если бы прикол остался, если бы, точнее, у него остался этот, так сказать, модуль. Вот это было просто имба, я так думаю. Ну, короче, после видосика я еще это все гляну и посмотрю. И мне вот чисто интересно, как вообще это все могло так произойти. Тоже смотрите, катается, то есть чувак себе свободненько. Вот, и эта краска есть не, вот, не только у него, и существует еще такие пару людей. И мне вот просто, ребята, интересно, что должно было произойти в танках онлайн. Я не знаю, может, они там что-то как-то с этой краской делали. Может, в последний только момент, в последнюю секунду ее купили, там произошел какой-то лаг, баг, и она у них осталась. Может быть, еще. Короче, на эту тему можно рассуждать вообще практически бесконечно, но как бы сам факт того, что красочка у них осталась, он как бы присутствует, и это офигеть как круто. Вот, на самом деле, я покупал эту краску на всех своих троих аккаунтах, то есть три аккаунта у меня были, соответственно, это легенда, был также у меня звание вроде бы на этом аккаунте еще старший лейтенант, вот, и также я покупал еще на своем воронте первом, то есть это психи, соответственно, эти красочки, и нигде, сука, они у меня, к сожалению, не остались. Просто вот было бы прикольно на самом деле, потому что, ну, кататься в таких редких довольно-таки таких красках, это на самом деле круто. То есть, даже сейчас этот чувак зашел, ему там сразу миллион сообщений чат. Как у тебя эта краска осталась вообще? Как это произошло? Как ты это делал? Расскажи, скинь мне читы. Вот, но на самом деле ничего такого не происходило. То есть, походу, ничего не делал абсолютно. Вот, но это вот сама система такое ему подарила эту красочку. Вот, и знаете, меня что еще прикалывает? У нас-то прошло очень-очень много времени. Соответственно, краску за это, за этот период разработчики еще не забрали у тех людей, кому она как бы досталась случайно.
Вот, и они были должны отобрать, но она как бы не отобралась. И походу разрабы вообще пофигу, короче, на это они забили, и эта красочка останется у них навсегда. На самом деле это немножко нечестно. Вот, прям вообще нифига нечестно, потому что это нифига. Я себе тоже хочу такую краску, то есть, ну, у меня ее никогда не будет, как бы потому что ее у всех должны были забрать. Вот, ну, нихерна, у них, походу, это все дело не забрали. Вот, и это, конечно, обидно очень сильно. Потому что действительно вот кататься такой довольно-таки реденькой краской я бы вообще ни капли не отказался и с удовольствием бы на ней вот прокатился и хотел бы видеть ее в своем гараже, потому что ну была бы тоже какая-то что ли изюминка, такое отличие. Вот, но больше чем уверен, что вот если бы эта краска была у меня, мне кажется, что у меня ее прям вот, я видос только один заснял, что у меня краска осталась, мне бы кажется, у меня ее сразу прям забрали вообще просто на сетях. Вот, а в принципе чуваки-то ничего не снимают, никаких видосов абсолютно нифига, про аккаунты их никто не знает. Кстати, я вот не знаю, знаете про тех людей, которые составляют все различные топы как раз-таки по вот этим красочкам, и они там предпоносили ники, у которых эта краска осталась. И вот мне больше всего интересно, как бы подставили вот эти летсплейщики, да, кто видео записывает, тех людей, как бы у кого краска эта осталась. И отобрали у них эту краску. Просто будет на самом деле прикол прикольный, если после моего видосика, как бы у этого чувака тоже эту краску отберут, вот, и получится как бы вообще не круто. Получается так, что я как бы его подставил, грубо говоря. Ну, хотя, не знаю, ему, наверное, есть ли смысл вообще. То есть, ему нравится эта краска, наверное, раз он не катается, то есть, он не понтуется. Вот, значит, соответственно, он как бы немножечко выделывается. Вот, ну, а мы, соответственно, видосик такой запишем, а немножечко расскажем, что данная красочка есть у данного игрока. И, может быть, там ее заберут. Может быть, и не заберут. Да, очень такой у меня корыстный планчик такой, сказал и проник, прям и посмотрите на него, и засмотрите, можете переходить, заходите, вот, на самом деле, вот такой вот прям жесткий у меня план, да, вот, ну не знаю, то есть чувак вообще, блин, катается, красочка, конечно, за Германию она не самая удачная, но, знаете, кстати, я еще что заметил, я из всех вот этих игроков, у которых осталась как раз таки вот эта краска после футбольных вот этих мероприятий, все краски, ребята, остались за Германию. То есть, я не знаю, может быть, у кого-то там еще краска за другую страну есть, но все абсолютно аккаунты, которые я видел в топах, там, все вот эти ники, которые приводили, ребята, у всех абсолютно была краска за Германию. То есть, я не знаю, может быть, это, конечно, какой-то баг именно связанный с Германией, потому что, вот действительно, эту краску я только видел вот Германии. Все, например, Францию, ту же самую Португалию я вообще нигде не видел, ни у кого, чтобы она, по крайней мере, осталась, и вот, оставалось только вот это за Германию, как бы фиг его знает. А вот там кто-то это в чате, фотка моей жопы подойдет. Чувак что-то немножко там переиграл. Походу ему уже плохо. Так, окей, нет, только не минус, не минус, не минус, не минус. Кстати, ребята, говорил то, что видосик с майором выйдет, это уже практически последний, но нет, ребят, как видите, вот сейчас тоже видосик у нас выходит, а вот я так стабильно качаюсь, и, скорее всего, два видео выйдут именно на полигоне, ребята, ну, я даже не знаю, может быть, в какой-то степени это пусть так и останется, вот, и вы на меня не сильно рассердитесь, что на одной карте, как бы, но, тем не менее, как бы, у меня сейчас на другие карты вообще никак нету желания заходить, и не получается заходить, потому что там у нас идет очень-очень медленно прокачка, но мне сейчас, ребята, нужно качаться, причем качаться активно, по-быстренькому, по шурику, и чтоб у меня все было вообще найсово и круто. Вот, и поэтому как бы я... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чувак, что ж такой плохой-то? Давай-ка мы тебя тоже убьем. Нет, он меня не убил. Точнее, он меня убил, а я его не убил. Так, у нас остается минута 10 секунд. И точки у нас могут сейчас отхватить. И мы можем проиграть по полной программе. А это на самом деле нифига не есть хорошо. У меня еще тупой диктатор, у которого есть эта краска редкая. Отжал ДДХ. Она ему вообще не всралась, потому что он не нарит. Это, соответственно, ДДшка у него есть. Если бы я сейчас ее взял, я бы прям вообще изи точку разнес. Так,
Так. Ребят, короче, давайте, я не знаю, поднажмем, наверное, а? Мои красненькие ребятушки, давайте немножко поднажмем и поедем на точку. Все-таки захватим ее и будем держать, чтоб она наша была. И никто у нас ее не отхватил, и чтоб мы вообще победили и выиграли в этом раунде. Вот, потому что, ну, как бы проигрывать мне не сильно хочется, потому что я, ребята, сейчас активно-активно фармлю и кристаллики вообще, и опыт. Вот, кристаллики мне нужны на смену никнейма, ну, и как бы к Новому году тоже немножко можно подкопить на всякие МПКшечки, потому что мне, считайте, нужно в новый куб будет скупить себе фулл гараж М3. Это же просто офигеть, на какую большую сумму выйдет, но, тем не менее, это как бы надо сделать, чтобы восстановить себе аккаунтик. Так, изи первое место. Кстати, у них кто-то ливнул. И вот, ребята, чувак на первом месте, он на третьем месте, как раз таки, который я говорил с никнеймом. Скорее всего, в описании я не буду его кидать, вот, можете просто, так сказать, переписать с моего экранчика, который останется, ребята, у меня, и вы можете его, соответственно, посмотреть. Так, оба, и... Оба. Обожаю молот, то, что вот так можно просто на изичах добивать как бы людей, и им приходится после первого выстрела уже нарить себе аптеку. Потому что молот у меня второй, и как бы он дамажит вообще очень-очень круто. Так, ну вот этот чувак опять, ребята, ездит, не знаю. Я записываю это видео, знаете почему? Потому что все как бы до этого показывали этих людей чисто в профилях. То есть, может быть, там, может быть, это что-то такое прям неведанное, и в профиле там какая-то краска меняется на какую-то, на самом деле у него этой краски нет, но вот сейчас я показал вам ее, ребята, в игре. И думаю, данный видосик вам очень сильно понравился, пригнулся. Если это так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока!